спать. И сегодня я покажу, как я играю с этим паровозиком. Мне этот паровозик чем-то напоминает скалопендру, которая только что мы устраивали бои. Такая же длинная, и по ней столько же ножек. У нас сейчас один паровозик затерялся. Он поедет на лошадку. К этому паровозику. Потеряла груз. Отлично, передавай всем привет. И я еще не доиграла, но здесь еще будет резкий поворот. Сейчас будет резкий поворот. Очень здорово. Ну все, говори, прощайся со всеми. Пока-пока. Скоро будет еще одно у меня видео. Подписывайтесь. Подписывайтесь на канал мистер Василиса Держкач. Пока-пока.